В данном видео вы услышите следующее. В оппозиции Грузии не одобрили идею объединяться с партией Саакашвили. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. От объединения оппозиции в Грузии под единую партию президента Грузии Михаила Саакашвили и Единое национальное движение отказались бывшие сторонники Саакашвили, лидер партии «Стратегия строитель» Георгий Вашадзе и председатель Европейской Грузии Георгий Бакарея. Об этом они 8 февраля заявили журналистам. Вашадзе добавил, что именно объединение оппозиции с Единым национальным движением ждет правящая партия «Грузинская мечта». По его словам, партия «Стратегия строитель» готова сотрудничать с многими силами по правильным вопросам, даже партии власти. По словам лидера Европейской Грузии, его партия не рассматривает серьезный такой тип объединений, потому что в основе него не будет общей ценности основы. Ранее в Едином национальном движении решили прекратить годовой бойкот парламента Грузии и вернуться к парламентской работе. Партия решила сменить стратегию действий, когда стало понятно, что в Грузии не поднялось широкое протестное движение за освобождение Саакашвили из тюрьмы, который попал туда 1 октября